немножко зависти, ребят. Когда вы увидите этот сюжет, меня в городе тоже не будет. И, скажем так, последние сливки снимаю я с этого автостопа. Последние сливки я снимаю благодаря компании «Уралавто» на машине, которую очень хочу приобрести. В принципе, имею полную возможность. Что за машина? Машина концерна Volkswagen. Volkswagen Pointer. Это, в общем-то, небольшой автомобиль гольф-класса, который за весьма скромные деньги, весьма богатой комплектации, позволяет вам получить максимум удовольствия от городского автомобиля и не только. Кстати, на этом автомобиле вы можете и по грибы, и на рыбалочку, если позволяет. А картером двигателя вы вообще никогда не зацепите. Поэтому можно защиту-то и не ставить. Почему я говорю, что существует у этого автомобиля богатая комплектация? Она богатая, кстати, не только по салону. Он может быть не только трехдверным, но и пятидверным. А также и по двигателям. Как вам, допустим, 67-сильный литровый двигатель? Или 99-кобыльный, 1,8, проверенный временем и не одним поколением автомобилей концерна Volkswagen? По внутреннему убранству салона, скажу я вам, все традиционно фольксвагеновское, качественное. В данной комплектации, к сожалению, отсутствуют подушки безопасности, но к удовольствию есть такой ударобезопасный руль, о которой травмироваться вам, конечно, можно, если только голову не включать. А, это еще машина очень и очень серьезным характером. Опять в очередной раз напрягу нашего уважаемого, всеми любимого. Рэй, Серэй, вы ничего не забыли? Ох! Сэм! Между прочим, на этот двигатель тюнинга вот так вот. Можете туда турбинку поставить. И все, и полетели. Кстати, этот автомобиль участвует в кроссовых ралли. И, кстати, именно на этом автомобиле вам приходится учиться в одной интересной программе X-Pand Rally. Вот так вот. Когда вы выиграете кое-что и кое-что сюда воткнете, ну, мини-купер просто отдыхает. Это так, виллы BMW. Для кого этот автомобиль? Именно в трехдверной комплектации, именно с движком 1.8. Ну, я уже показал, для кого. А также для студентов, допустим. Но доступен ли этот автомобиль? А теперь о цене. Цена от 10 тысяч долларов. Вас. Там ничего у тебя там не жим-жим. Ну и до 15. Но 15 это все. Бэги, кондер, велюровый салон, ну, все дела, собственно говоря, и 5 дверей. Где машинки существуют? Существуют они в компании «Уралавто», которая привозит и осуществляет гарантийное обслуживание в течение 2 лет. И, кстати, без ограничения пробега. Я вот предлагаю нам проэкспериментировать. И в преддверии 5-летия нашей замечательной программы все-таки поднапрячься и как бы это... Volkswagen Pointer. Your turn for us. Успех сопутствовал Pointer во всех трех поколениях. Первое поколение модели Pointer было представлено в 80-м году. Сразу стало бестселлером на национальном рынке Бразилии, завоевав 2/3 от общего объема продаж. Эту позицию Pointer удерживает до настоящего времени. Всему миру известен успех легендарного жука, но в Южной Америке Pointer превзошел его по популярности. 3,5 миллиона Pointer было произведено и продано на рынке Бразилии и за границей, что превышает продажи легендарного жука, который был произведен здесь в количестве немногим более 3 миллионов. Практичность и надежность – эти качества доведены до совершенства Pointer третьего поколения. Начиная с передней, полностью модернизированной части автомобиля, включая малейшие штрихи отделки, все в автомобиле было подвергнуто тщательному пересмотру, в результате чего был создан совершенный продукт. Алексей правильно сказал, что мне машина тоже понравится. Потому что сидит она очень высоко. То есть «Жигули», «Восьмерки», «Девятки», «Десятки» отдыхают.
Клиренс 170 мм, а под движком 215. Что касается двигателя. Сюда можно поставить не только турбинку, но еще чип-тюнинг. Из 150 тех лошадей получается 180 этих. Ну это так, к слову. А вот если ничего не ставить, то 99. Причем я так подозреваю, что Volkswagen специально сделал 99 лошадей. Специально для наших налогов. Замечательно. Что касается рейсерских качеств уже вот в этой базовой комплектации. Здесь уже есть белые циферблаты с синими циферками. Белые — это всегда спортивные. Как машинка идет по ровной дороге. Да просто замечательно. Не качнет, хотя клиренс, напомню, 170, вроде должна быть валкая, а вот и нет. Но есть еще, как опять же уже сказал Алексей, он мне обычно не дает уже слова. Есть еще литровый двигатель, 67 лошадиных сил. Кто-то говорит, что этого не хватает. Ребята, неправда. Потому что 67 сил начинается с оборотов где-то 1500, так. Поэтому на светофорных гонках, то есть на стритрейсинге, что называется, Pure, вы все равно будете впереди и вазовской продукции, и некоторых иномарок. Что касается, опять же, внедорожных качеств. Тут Pointer тоже даст фору всем, потому что машинку там, в Бразилии, Volkswagen Gol, испытывали на бразильских же дорогах. С подвеской ничего не смогли сделать. Ну, не разбили. Извините. И эта машинка поставила, кстати, 3 мировых рекорда, о которых мы скажем чуть позже. Так, сейчас вот попробую развернуться, пропустить газель и развернуться. Ну, раз Алексей не отказался бы от возможности немножко похулиганить, не откажу себе в этой возможности и я. Так. Так. Первая скорость. Вот в таком режиме, ребята, ничего не нужно, никаких турбин, ничего, только крути двигатель. И вот она уже, сотенка. Красота. Ляпота. Кстати, скажем, для тех, кто сомневается в экстремальности программы «Автостоп», что ездим-то мы на летней резине. А какая резина? Хоть машина и собрана в Бразилии, но на настоящем заводе Volkswagen. А Volkswagen на резине не экономит, поэтому Pirelli P6000. Это вам не хухры-мухры. Кстати, диски 14-е. Но на литровой машинке, она же городская, им и 13 пойдет. А это уже всепогодная, всесезонная. Поэтому 14 Pirelli P6000. Недавно Pointer установил 3 мировых рекорда по выносливости в тестовых испытаниях пробегом на дальней дистанции, где оценивается прочность и долговечность автомобиля, преодолев расстояние в 5, 10 и 25 тысяч километров. Данные рекорды были засвидетельствованы Международной автомобильной федерацией, одним из самых представительных автомобильных клубов в мире.